У ефірі програма «Новини регіону». У студії Кристіна Каранкевич. Добрий день у гэтым выпуску. Зацікаўлены ў супрацоўніцтве ў прамысловасці і сферы адукацыі. На Магілёўшчыне з візітам японская дэлегацыя. Па працы і ўзнагарода беларускія энергетыкі падвялі вынікі свайго ўдзелу ў сёлетнім жніве. Крыштальны аловак за лепшы анімацыйны фільм міжнароднага фестывалю накіраваўся ў Польшчу. На Магілёўшчыну прыехала дэлегацыя з японскага горада Такеа. Гэта першы афіцыйны візіт прадстаўнікоў гэтага рэгіёна краіны ў заходзячага сонца. У складзе дэлегацыі мэр горада Такеа, мясцовыя дэпутаты, кіраўнікі будаўнічай арганізацыі, дзіцячай дашкольнай установы, кампаніі па выпуску прадуктаў харчавання. У плане визиту знакомство с холдингом «Бабушкина крынка» и деятельностью филиала домобудования завода газетной паперы. После наведывания Могилевского дитячего садка номер 116 гости отзначили добрую материально-техничную базу установы и поделились, что у нас разные подходы до организации работы дошкольных установ, зато во уладковании быту японские и белорусские сады вельми подобные. Очень впечатлило само оборудование, которое здесь в детском саду находится, потому что, вот, допустим, система бассейнов и система оказания медицинской помощи детям в японских садах, она не практикуется. То есть, если ребенку необходимо дополнительное медицинское обслуживание, то он его проходит где-то в больнице либо в поликлинике, то есть в другом месте. А здесь вот именно это, прежде всего, вот, впечатлило именно наличие таких возможностей для детей там, с ослабленным здоровьем, потом именно медицинское лечение, именно лечение медицинское. Такого в Японии нет. Аварыя ў Круглянскім раёне велосипедыст атрымаў смяротныя травмы. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, «Фольксваген» збіў мужчыну, які каціў велосипед у сустрэчным накірунку. З месца здарэння вадзіцель іншай маркі знік. У ходзе плана перахоп яго знайшлі і затрымалі. Велосипедыста шпіталізавалі, ад атрыманых цялесных пашкоджанняў ён памёр у бальніцы. Па інфармацыі ДАІ, за мінулыя выхадныя ў вобласці адбылося 4 дарожна-транспартныя здарэнні. Выратавалі на пажары. У Бабруйску гарэла кватэра на 5-м паверсе жылога дома. Як паведамілі ў службе 101, падчас ліквідацыі ўзгарання пажарныя ў адным з пакояў на ложку знайшлі 59-гадовага мужчыну. Яго вывелі на свежае паветра і перадалі медыкам. З дыягназам атручвання прадуктамі гарэння пацярпелага шпіталізавалі. 66-гадовую жанчыну, якая ў момант пажару знаходзілася ў кватэры, таксама накіравалі ў бальніцу, але ад шпіталізацыі яна адмовілася. Жыльцоў дома не эвакуіравалі. Цяпер спецыялісты высвятляюць причину пожару. У Бабруйскім районе ушановали память майора Фомы Хвашчынскага. Он загинул в липені 43-го по час битвы под Курском. Летосе у часе вахты памяти останки человека подняли пошуковые отрады неподалек от российской вёски Альховатка. Тады был знойден медальон с имем Фомы Хвашчынскага. Згодна архивной информации, батальон, яким командовал Хвашчынский, только за один день, 10 липеня 43-го, отбил 12 атак. А праз некалькі дзён майор загинул. Сваякі Фамы Хвашчынскага вырашылі пахаваць яго на радзіме на могілках у аграгарадку Варатынь Бабруйскага района. Я знал о том, что он погиб на Курской дуге, но ни обстоятельства его смерти мне не были известны. Даже не нахожу тех слов, которые могут выразить мою благодарность поисковикам. Мы ищем солдат, находим, и далеко не всегда удается найти родственников. И тем более вернуть солдата на родину. А сегодня это целый праздник для нас, потому что мы вот этот круг замкнули. Международные пошуковые экспедиции протягиваются, только у Могилевской области на их лику свыше 70 вызначенных имен загинувших героев Великой Айчинной войны. Беларускія энергетыкі падвялі вынікі свайго ўклада ў сёлетні ўраджай збожжа. У шкло на ўрачыстую цырымонію ўзнагароджання перадавікоў жніва прыехалі прадстаўнікі 15 гаспадарак рэспублікі, што ў свой час далучылі да прадпрыемстваў энергетычнай галіны. Гасцей прымала сельгаспрадпрыемства «Газавік Сіпакова», адзін з лідараў сёлетняга жніва Магілёўскай вобласці.
Гаспадарка газавік Сіпакова – били колгас «Червоний Кастришник». 12 год тому його долучили до предприємства «Могилів-Аблгаз». До інвестицій підійшли відказно. Побудували нові сучасні комплекси, що повпливало і на добробит в'язковців. Прийшли люди, які все роблять по регламенту. Інструкції, енергетики, газовики – все вистроєно. І от вони прийшли і цей порядок принесли в це хазяйство. Я ж добре знаю одне і друге хазяйство, бувший колгос «Победа» і «Червоний Кастришник», в якому вони були состояні. От вони прийшли, його підняли, зробили інвестиції, вложили, і сьогодні вже, вони кажуть, це господарство самодостатньо, і воно може працювати. Зараз це сучасне сільгоспредприємство і одно з лідерів у області. В этом году хозяйство получило рекордный урожай зерновых и зернобобовых. Это 10 933 тонны зерна. Если сравнивать с 2014 годом, эта сумма удвоилась в два раза. Зараз у господарцы працует 247 человек. До працы подходят отказно. У керавництва кажут, средний заработок на сельгазпродприемстве больше 800 рублей. По работе, нормально работать, зарплата вполне приемлемая и достойная. То есть, если сім'ю я можу себе обезпечити з цієї роботи. Про добрий заробок кажуть у кожній з 15 господарок, що уваходять у склад Міністерства енергетики. Лідерів сьогоднішнього жніва галінового споборництва ушанували у Шкловському палаці культури на святі «Дажинки» 2017. Андрій Шуляк, Олександр Тарасов, новини регіону. Феєричною дією став гала-концерт закриття міжнародного музичного фестивалю «Золотий шлягер-2017». Знакоміті виконавці Білорусі і Росії подарили глядачу амаль трьохгодинний шлягер-марафон. Хто виконав знакоміті хіти минулих годів, відає Олеся Рибалка. Ну що, споем! Могилевский глядач не может стримливать свои эмоции. Знакомитый твор сопровождаются овациями. Суквіття зорок на фестивалі ураджвае. Што не твор, то шлягер, які падпіваюць мільйоны. За такімі кампазіцыямі, напоўненамі сэнсу меладычнасці і прыйшоў глядач, выканаўцы дораць іх з задавальненнем. Па-беларуску вітаў залу Александр Сяроў. Слухачкі, канешне ж, у прачуванні песні, якая дагэтуль кранае іх сэрцы. Я люблю тебя, дарэчы, на сцену расійскі артыст запрасіў Леаніда Шырына. Музыку да яго знакамітай песні «Ты была» напісаў гэты кампазітар. І такія творчыя сустрэчы – асаблівасць «Золотого шлягера». Яны ведаюць, як нарадзіўся іх сумесны шлягер. Расскажи, как рождается шлягер? Ты должен говорить. Шлягер рождается, когда ты любишь публику и артиста. Коротко. «Золотый шлягер» развитался под гимн фестиваля. Его артисты спевали разом. Про незабывную музычную осень 2017-го. И про будущие сустречи, яких у «Золотого шлягера» еще шмат напереди. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов и Денис Бутылин. Новини региона. Гран-при фестивалю «Анімаюка» 2017 отправится у Польшу. Криштальный оловок отримал анимационный фильм «О, мама». Переможцу обвестили по часу урочистого закрытия фестивалю. Нагадаем, свои работы в анимационном жанре представили удельники 46 краин – от Китая до Колумбии. И каждый фильм – это особная история, рассказанная про анимацию. Журы прагледзіла 61 анімацыйны фільм. Кажуць, вызначыць лепшы было складана. Больш за ўсіх уразіла гісторыя пра сяброўства маці і сына. Хто насамрэч дарослы? У анімацыйнай стужцы яны шукалі адказ на гэта пытанне. Фільм делаецца месяцамі, а то і гадамі. І даже фільм, который не вошедшы в прызавое место, в сущности, он достоин. Анимация хороша для детей, но также она и для взрослых. Кроме того, анимация интересна с точки зрения общения. Ведь вы можете сделать фильм и рассказать понятную всем историю без использования текста. На фестиваль приехали знакомитые режиссеры-аниматоры, а так само авторы песен до ведомых сучасных дзятве мультфильмов. Яны ладили мастер-классы и творчие сустречи у Могилеве, Быхове, Горках.
Очень много уже мультиков знают российских. Белорусские, к сожалению, не назвали мне, к сожалению, несмотря на то, что смотрят фильмы и программы. Поэтому вот этот фестиваль позволяет знакомить и с белорусскими. До речи, под час фестивалю народилась идея часопису дитячей творчести. Алина Соловьева, Александр Тарасов, новини региона. А на этом я с вами развитываюсь. Дякую, что были с нами, и до встречи в вечернем выпуске.